Всем хачки, дорогие друзья, с вами я, Макстюб, и сегодня я вам покажу коды к игре LEGO Star Wars 3. Как я говорил в моем специальном выпуске в новостях канала номер 2, что по поводу того, что моему каналу исполнилось ровно 2 года, да. Это 28, ну, 27 вообще-то ноября, но я его перенес на 28. И, как я говорил, что я вам покажу в этом выпуске, коды к игре LEGO Star Wars 3. Их всего, навсего, не, даже их даже много, 18 кодов. Это прилично. Вот я вам их показываю, все они закрыты, но мы их будем сейчас вводить. Ну, на самом деле, кодов намного больше, но это самые основные секретные коды. А кодов их тут очень много. И все множество кодов, они все на персонажей. Вот этих всех. Я вам сейчас показываю просто, чтобы никто мне не задавал там вопросов, что коды там уже все введены. Нет, коды не введены. Я вот только недавно начал так новое сохранение. Новую игру, короче. Ну что же, давайте вводить первый код. И первый код — жезлы в форме персонажей. Ну что же, вводим. Вводить тут очень простенько. Будем вводить целых 18 кодов секретных. Я не поленюсь, даже не поленился вам их всех показать, потому что я не нашел ни одного видео, где показывали, что вводят коды. Ну, конечно, они есть и в интернете, я их нашел, я вам скину ссылочку обязательно на эти все коды. Ну и напишу в комментарии все 18, которые я отобрал, которые как раз подходят вот здесь, в игре. Так. Так, что-то я тут ошибся. И на чем же я ошибся? А, все, ошибочка. Ничего. Все. Если я написала «доступно», это означает, что код мы ввели правильно. Так, мы ввели первый кодик. Он появляется в любом месте. Это код 14. Его просто включаем. И потом нолик. Вот так. Продолжить. И все. И играем. Ну, жезлы в форме персонажей я, конечно... Ну, я тут множество кодов не знаю, потому что я особо не играю в LEGO Star Wars сейчас, потому что я уже прошел, нечего играть. Ну, кто не поленится, может, конечно, мне написать в комментарии, которые я вот сейчас буду говорить, коды. Буду рад услышать ответы. Может, как-то и используете коды как-то. Так, давайте введем код номер второй. Темная сторона. Темная сторона. Ну, это просто вы переключаетесь на темную сторону и просто вот так бегаете везде. Ну, по кораблю. И бегаете, и вас даже свои друзья просто стреляют, мечами ударяют, такое. Принимают вас за сепаратиста, как в этой игре. Так, вводим код, да. N2, все.
Доступна темная сторона. Так, просто включим. Не буду множить. Ну, я буду показывать самые интересные коды. Потому что у нас и так их 18 надо показать. Я вам все 18 покажу. Мы уже два активировали. Так, переходим к третьему. Двуручные мечи. Такой код называется. Это просто у вас появляется второй лазерный меч. Не один, а целых два. Так, вводим. Вот этот я код вам покажу. Конечно же, не забывайте писать в комментарии какие-то, может, советы или, как я говорил, ответы на эти коды, которые я, может, не все знаю, которые я вас буду поспрашиваю. Так, поспрашивал. Так, вводим. Доступно два меча. Так, и включаем же этот код. Так, он у нас 16-й. Продолжаем. Вот, смотрите, целых два меча появляются у нас. Класс. Так, ой, куда зашел? Не туда. Материалы. Так, вводим же наш 4-й код. А 4-й код это истребитель Геоносиса. По-моему, или нет? Нет, истребитель, по-моему, нет. Он из этих кодов не относится. А у нас появляется быстрая постройка, да. Это тоже коды довольно такой интересный, но у нас сейчас там нечего особо строить. Что там строить? Я вам сейчас покажу этот кодик. QS, так, QS, EP. Ой, не туда, не туда. Сейчас. P, 7S. Так, что-то неверно. Так, вроде же все правильно. Ой, какая Q, блин. Запутался. Ладно, сейчас. Все, правильно, доступна быстрая постройка. Все. Включаем. Или можно потом будем повключать, чтобы не тратить время. Так. Приступаем к 5-му коду «Свет во тьме». Этот код я точно не знаю. Пробовал его как-то, может, узнать. Что-то делал там. Ничего не получалось. Я не знаю, что это даже за код такой. Так что, кто знает, напишите мне в комментарии под видео. Буду благодарен. Так. Так, Т, 3ВГ. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3В. Так. Вводим. ВГ. Так, все. Так, что ж опять неправильно? Что ж тут? За ошибочка. 4. Да, я вроде правильно все ввел. А, блин. Я путаюсь. G, Q. Ошибочка, да. Все, правильно. Свечение. Свечение это... Свечение. Что ж такое свечение? Я вам сейчас все покажу. Смотрите. Свечение это, например, если вы находитесь на уровне каком-то, проходите игру, находитесь в темной пещере... Да, наподобие этого. И просто включаете этот код свечения. И у вас просто светится. Вот видите? Подсветка такая идет у персонажа.
Довольно это очень удобно. Всегда путаюсь. Так, вводим следующий наш код. Так, сколько мы тут ввели? 2, 3, 5. Ага, 6-й код вводим. 6-й наш код. Неуязвимость. Неуязвимость. Ну, это он персонаж, я посмотрел, просто быстро бежит. Вот чем этот код дает себе знать. 46, 46. Так, вводим. 46. P7A. PPP. P7A. 7 и А. Все. Неуязвимость доступна. Отлично. Вводим следующий наш код. Так, это у нас уже 7-й код. Множитель очков. Что же это за множитель очков? Это у нас такой множитель. Вот когда вы пособираете какую-то одну детальку, оно вам дает 10 очков. А с множителем дает целых 20. И это даже довольно очень удобно. А за эти, ну, детальки, не монетки, а за эти детальки вы можете что-нибудь покупать. Каких-то новых персонажей. Новые звездолеты, там, корабли. Все такое. Да, можно покупать. Золотые блоки, красные блоки. Все это вы можете покупать. Ой, пропустил, по-моему. Да. Мы еще под конец где-то введем множитель очков 10 или 20. Вот это будет уже клево. Сколько мы можем тогда деталек насобирать? Ой, просто супер. Все, результат X2. Ну что же, давайте его активируем. Давайте вот это. Да, активировали. Продолжаем. X2, видите? Вот там, где картинка персонажа, где мы сейчас управляем вверху, с левой стороны. Там пишет таким фиолетовым цветом, даже розовым. X2. У нас собирается в два раза больше. Так. Материалы. Так, сколько мы там уже ввели? Так, 3, 4, 5, 6, 7. 8-й код. Еще 17. Ой, каких 17, блин. Так, 8-й код. Вводим 8-й. Так. Этот код называется детектор припасов. Ну что же, вводим. Этот я код тоже вот не знаю, что же это за детектор. Д. Так, ой, не туда. Так, 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 Д, Д. Пять. Пятерок, пятерик, пятерик. Сейчас вводим мы. И Н, А. Ладно, уже пошел сюда. Ладно. Н и А. Все. Детектор наборов. Введем. Так. Это у нас уже 9-й код. Да. 9-й. Идеальное отражение. Идеальное отражение. Вводим и этот код. Ф. Так, вводим мы. Давайте, давайте. Вот, вот, вот. Ф, да, вот здесь. 5. 5L. L, 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 L.
Так, вводим же 56. Так. Вроде мы ввели. Да, идеальное. Так, что там было? Идеальное отражение, да. Вводим наш 10-й код. И 10-й код у нас. Регенерирующиеся сердечки. Да. Так, этот код я тоже вот не знаю. Что же это за сердечки? Я не нашел в игре. Что же это такое может быть? Вот я у вас спрашиваю, ребята, кто знает, повторяю еще раз, пишите, буду благодарен. Так, пишем, так. J, N, S. Ой, да. Так, что же тут не так? А, блин, спутал. Не нолик, а Д. Все. Установление сердечек. Так, вводим наш 11-й код. Так. Так, этот код называется 10-кратный множитель очков. Целых 10, про что я вам говорил. Так, вводим этот же код N1. R1. Все. Результат X10. Давайте повключаем. Вот, включили X10. И сейчас мы попробуем этот X10. У нас было X2, и у нас получилось X20. Смотрите, как много нам прибавляют. Чуть уже больше. 6080. И 6280. Блин, что же я путаюсь? Блин. Так. Сколько мы там ввели? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, осталось вроде как сколько там? 8 или сколько кодов? Так, вводим наш следующий код. Так, этот код называется 2-кратный множитель очков. Это уже 2-кратный. Чуть меньше. Но все же вводим. Ошибся. Так, куда это? Блин. А, вспомнил, да, вот. Все. Так, что-то неверно у нас. Так, вроде ж. Так, что-то тут вот здесь неправильно. Можно вот так попроверять, потому что я уверен, что у меня все правильно. Так, ну что ж тут может быть неверного? Вроде все правильно. Ладно,
не хочет этот код действовать. Так я вроде все проверял. А ну-ка давайте еще раз проверим, что же это такое тут с этим кодом. Может, вот так? Ну, не хочет наш код этот действовать, так не хочет. Ладно, приступаем к следующему нашему коду. Этот код — четырехкратный множитель очков. Так, тоже множитель. 43 набираем. ТС. И 5. Так, не понял. Ой, да, ошибочка. Извините, дорогие друзья, пятерочка, вот. Результат x4. Так, вводим наш следующий код. Так, шестикратный множитель очков. Ну, то же самое. Но все равно мы введем. БХ. ГР. Все, по-моему. Все, результат x10. Так, вводим наш следующий код. Это восьмикратный множитель очков, последний. Ну что ж, вводим. СС. Не пропустил ли я? Да, блин, пропустил. Ф. И А. Кью. А и Кью. Блин. Результат x8. Ну давайте же вот эти, которые мы ввели, кодики. Ну, конечно, не все. Проверим. У нас теперь результат x3840. Это число. Но если бы мы еще ввели x4 или сколько там, что у нас что-то не подействовало. Ну, тогда бы было бы больше. Посмотрите, сколько добавляется монеток. То есть деталек. Так. Вводим наш следующий код. Так. Совсем немного уже осталось тут. Так. Этот код называется стержень. Стержень, да. Шесть М. З5. С Х. Пять, так, Х, блин. Так, притягивание деталей. Ну, понятно, что это такое даже. Просто притягивают детали. Так, следующий код называется Супер Сабля.
Этот код я тоже не знаю, что же это за суперсабля. С... Ой, да. С8. Вроде 2 должно быть тут. 8К. Супер удар мечом. Ну, тут так называется. А когда я смотрел на сайте, выбирал. Там было супер сабля написано. Так, переходим к предпоследнему нашему коду. Так, этот код называется супер ускорители. Этот я тоже код. Не знаю, что же это за супер ускорители. Буду рад, если вы напишите, что же это такое. Д. Ой, блин, я ж пропустил. Ладно. Д. Три. Три, три. Думаю, так. И три. Опять же. Так, что же опять по тут не подействовало? D3. Так, 61. Ну, вроде же все правильно. D3. 61. А может, смотрите, B3. Да. Так, какой-то мотоцикл там открылся. И вводим наш последний код. И этот код называется «Доступ к, к средствам передвижения». Тут, конечно же, есть маленькая проблемочка. То, что здесь буквы и цифр 4, как я посмотрел. А где вводить коды, их должно быть 5. Вот и проблемка. Ну, давайте я на всякий случай просто вам покажу первые 4 цифры, может кто-то цифры и буквы, а может кто-то не напишет, не знаю, продолжение или совсем другой код, потому что этот, наверное, кто-то не дописал. Так, 7 и К. Все, видите? Не действует. Даже если эти убрать на нолики, ни на что не подействует. Ну что же, мы включили множество кодов, я вам скажу, сколько мы их включили. 16 кодов. Ну, 2 кода что-то не подействовали. Один код что-то у меня тоже не подействовал. Я, конечно же, скину ссылочку с кодами, которые мы сейчас вводили, все 18 кодов. Я скину ссылочку и в комментарии все напишу, которые были использованы, чтобы вы, чтобы вам, ну как-то знаете, на сайте не выбирать из кодов их проверять, вот это долго, долго. А я вам сразу уже все напишу. И, конечно же, дам ссылочку на уже на множество кодов, где-то, может, кодов 100, это я вам точно говорю. Да, много вот этих кодов на персонажей. Просто сайт, ссылочку на сайт скину, и в комментарии не забудьте посмотреть. Ну, давайте завершать. Да, напоминаю еще раз, я сделал этот обзорчик кодов на игру LEGO Star Wars 3 на 2 года моему каналу. Также вы видели мои новости канала. Я вам рассказывал, что будет на канале в ближайшее время, что интересного, какие игры
Ну, много чего. Ну что же, ребята, не забывайте ставить лайки, то есть большой палец вверх, подписываться, кто не подписался, комментировать. Всем удачи и всем пока!